Я бы, наверное, перестал, вернее, попросил бы политиков и бизнесменов немножко забыть о деньгах и о каких-то своих битвах и немножко прислушаться к тому, что происходит среди людей, потому что люди на самом деле являются главными двигателями всего того, что здесь происходит. Поэтому нужно делать все так, чтобы людям в этой стране, на этой земле было комфортно работать. Не только в больших городах, но и в провинциях, да, где порой, честно говоря, мне становится страшно, когда я слышу, какие зарплаты у работников, которые живут в маленьких деревнях, селах и городах. И нужно, конечно, поднимать с колен все то, что у нас есть в стране. Три вещи. Вот они, три вещи. Не, ну хорошо, одна, но емко. Хорошо, все.